Итак, всем привет, с вами мистер Ник. Это прохождение карты паркур. Надеюсь, эта карта будет сложновата, так как в паркуре я даже не силен, но потренируюсь. Итак, первый уровень. По кварцевым блокам надо пройти через лаву. Так, чуть не упали. Тут самое главное, это не забыть взять разгон. Так, аккуратненько. Так, мы упали на последнем блоке. Давайте пробуем еще раз. Давайте попробуем без разгона пройти. Так, пока что получается. Так, вот мы опять дошли до того же места. Да, вот без разгона у нас все-таки получилось. И у нас тут крипер. И еще я не знаю, что здесь. Ага, понятно. Мы сейчас лоханулись, конечно. Прошли уровень. И умерли от того, что нельзя падать в ту воду. Как я говорил, я в паркуре не силен. Так что надеюсь, что мы сможем эту карту пройти за одно видео. Или придется выпускать несколько серий. Так. Да блин. Обидно. Давайте все-таки будем играть с разгончиком. Так мне нравится больше. Так. Оп. Перелетели немножко. Кстати, надеюсь, что вам понравится это видео. Если что-то в комментах пишите, может какие-то тоже интересные карты есть, которые вы знаете. Потому что я искал долго нормальную карту. В основном там такие карты для обзоров. Например, такие там, типа, какой-то древний город построили. И там нет никаких жителей, никого нету. Пустота такая. Вот. И я хочу именно показать вам какие-то карты на прохождение. Так это поинтереснее будет, чем просто смотреть, как кто-то построил какую-то карту непонятную. Так. Давайте, наверное, убьем этого крипера. И вот тут мы видим кроватку, это чекпоинт. Но, к сожалению, сейчас, наверное, еще не ночь. Поэтому мы не сможем поспать. Так, тут что, тоже пустота такая? Ага, ясно. Спать можно только ночью, жаль. Альтернативно. И что-то сделал. Ах ты, какие они умные. Если что, то мне, наверное, придется как-то вырезать моменты, в которых я буду умирать. Если нет чекпоинта, то придется как-то само доходить. Вот я буду вырезать эти моменты, чтобы вам было поинтереснее смотреть. Чтобы вы не смотрели постоянно, как я один тот же уровень миллиард раз прохожу. Так, я не знаю, как тут сделать. Сейчас подумаем как-нибудь. Ах, почти. Так, давайте. Так, как надо как залазить по лестнице и перебраться на другую лестницу. Так.
Может, попробуем так сразу? Не, не получится. Надо проходить все-таки. Все постепенно. А этот создатель карты тут, наверное, продумал все возможные варианты. Так, аккуратненько, аккуратненько. Возьмем разгончик и допрыгиваем. Да, все, получилось. Тут, я так понял, чекпоинта нету. К сожалению. И вот здесь давайте на шифте пройдемся. В принципе, эта карта, наверное, была создана для Майнкрафта. Pocket Edition, ну, не 0.12, не 0.11 версии. Поэтому тут на шифтах можно спокойно пройтись. Если бы не было шифтов, то, конечно, было бы посложнее. Но я рисковать сейчас не буду. Так, я прошел так довольно далеко. Да, все. Отлично. Спать мы еще не можем, потому что еще не ночь. Жалко, конечно. Так, здесь мы прошли. Хорошо. Сюда я тоже не собираюсь суваться. Мало ли, тут тоже. И вот, блин, вот это мы, конечно, зря. И с самого начала, да? Печально. Давайте посмотрим, что здесь. Тут, наверное, инструкции по игре. Ладненько. Наверное, тут был вход. Придется, наверное. Ладно, я как раз сейчас пройду тут. И потом включу опять видеозапись. Все, я дошел до этого места. Давайте попробуем тут пройти. Все, у нас это получилось. Так. Я не знаю, что там, наверное, сделать надо. Давайте попробуем еще разок. Надеюсь, у нас это выйдет со второго раза. Так, ладно, я не разбежался. Что ж такое? Не получается у нас разбежаться. Забыл прыгнуть, как сейчас, вот именно как всегда. В самый момент, когда разбежался, надо не забыть прыгнуть. Да блин. Сложновато все-таки карта, признаюсь. Думал, она будет полегче. Так, опять нам придется сейчас, наверное, доходить туда, так что я опять ставлю на паузу. Так, мы снова здесь. Давайте еще раз попробуем. Да, получилось. Отлично. Смотрите, мы прямо в ударе. И вот это обидно. Придется опять доходить. Так, снова мы дошли. Опять мы будем пробовать сейчас проходить эту карту вонючую. Точнее, не вонючую карту, сложную карту. Уровень такой сложноватый тоже. До этого мы так хорошо запрыгнули. Сейчас опять не могу. Так, если не получится, то мы, наверное, здесь остановимся. Ну, именно не вообще, именно эту попытку не получится. А сейчас еще немножко попробуем. Если не будет получаться, то, наверное, я потренирую. А, вот все получилось. Думал, в следующей серии этот уровень проходить. Карта, кстати, называется просто паркур. Я не знаю почему. Итак, что же здесь такого странного? Опа, скелетик где-то. Вон скелет. Так, давайте все-таки уберем сложность. Так как эти скелеты тут спавнятся. Опа. Опа. Вот это опять. Тупость. Ладно, опять я выключаюсь. Все, мы снова здесь. Давайте продолжаем играть. Так. Ах.
Наверное, это уже конец серии. Надеюсь, вам понравилось это видео. Если это так, почему бы не поставить этому видео лайк, не подписаться на наш канал. С вами был Мистер Ник. Всем пока.